Самая трагическая морская операция за всю историю войн на планете. Точное количество, сколько погибло кораблей, тоже никто не знает, но их было больше 60. Гибель более 10 тысяч моряков. Тебе жить, тебе рожать детей, а у меня, говорит, семья, только, говорит, сообщи моей семье, что и моим детям, что я вот погибаю на твоих глазах. Телеканал ТВН и портал «Славия» приглашает всех на просмотр фильма «Прорыв» и встречу с творческой группой. 1 февраля в 16:00 в культурном центре «Силамяя». Вход свободный.